садить в военный лист 15 минут. Вы города ПКМ работает по вертолету. От мечети ведется огонь, прием. От мечети огонь идет. Вот мечеть. Вообще нам в гору лезть здесь не очень, с дороги хорошо заходить в город. Причем даже справа от дороги стороны там можбинка такая хорошая есть. Пулеметиком поливать в горы, да. Так, минарет видно уже. У нас оптика есть у кого-нибудь? Чарли Хаммер на позиции. Ищу цель. Хорошо, мы уже подошли. Вижу трассера. Куда? От мечети трассера наблюдаю. Еще раз зайди, уходим. Начну стрелять. Стреляй свободно, блин. Метка враг у мечети не актуальна, скорее метку всего, да, внутри. Да, мечети кто-то на... Да, классно. Сейчас мы пробуем проверить. Вот здесь можем заходить в город, до дороги как раз. Так, пускаться вниз. А, Триш, видишь дорогу перекресток на базу, приближающийся домик там серый, надстройка серая? Ну, на базу, на аэродром идет возвышение, дорога возвышается. Вот, там вот отработаю по этому серому дому. И группа, внимание, у нас где-то на 340, может на 330 ПКМ. Серый дом, который внизу нет, трехэтажный. Да, да, подави, что ли. Хитрый.
Паша, кто в мечети был, не наш? Не, не наши враги. А что-то он не как талиб был одет. Да там наших нет вообще. Талиб, талиб. Там же разные скины. Гражданские они есть. Хотя в мечети заложника нет. Нужно было не упираться. Нет. О, какие люди пришли. Сейчас кто-то умрет. Беги.
кстати, вот ты как умер. Из чего этот хаммер, блядь, состоит? Это было нереально тупо. Что, он не прибывается? Я, блядь, в него с пулемета столько патронов высунул, не настолько плохо. Да, нормально. Он убивает, но нет шансов. Он будет так упорно по нему стрелять. Это последний колеса? Да, еще. Для меня, да. Не кидайте на ложки. Так что, все, это последняя катка? Там останется будет. Я вообще не представляю, как этот хаммер может быть тоже. Я не столько собираюсь выбивать. Нет. Выбивать колеса, остановить его, он когда стоит, все, ничего не делает. Любую бронетехнику колес не будет понимать исключительно с оружия стрелкового, только по колесам. Приехал. Ну и ладно. Че все сдохли вообще, как-то научили меня. Ну, подумал, что один психанул. А, я еще по этому чуваку не проехался. Проехался. Да вы вообще там поехали. Мы вас зажали классно. Че, думал, я один. Нет, там живой еще. А, нет. А че за солдат, который без оружия, без всего? Это вот спасти надо. А, его спасти? Да. Получается, только народу было. Получается, два летуна осталось. Ну и хамбик еще. Третий. Вообще народу много еще. Немного, но достаточно. А толку, что он, блядь, там стоит? Ну да. Только время. Боится. Боится. Получается, по Аркадию проехал или чё, раненый? Не, не заметил. Я уже поздно включился, ты уже там подъезжал к перекрестному огню. Нет, да? Да, стриджа сальзит. Кого-то убило даже. Хорошо, не отработал. А там, где Карыч, это в хаммер садится. Угу. Там вот это убил кого-то с хаммером. Вот с горы, который стрелял. Да, 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 да. Это я стрелял. Да. Потом он мне достал пиздец.
твою мать. Били? ПКМщик меня шлепнул. Я хаммер искал, думал, это хаммер наш угнанный, а это ПКМщик. Да, да там еще ПКМщик. Ну я тоже вроде кого-то накрыл. Каркарыч опять. В очередь. Союза. Просто не убежит. А он, наверное, подаст донька. А с донька умер? Как он? Ничего. Он там один. Угу. Последний минус. Нагреваю. Надо дальше народ разойдется.
Кто? Задавил человек. О, видишь, враж пошел. Мне кажется, он решил оставить заложника. Угу. 4 минуты ему осталось. Даже меньше. Да. Заложник, так стоит. Рюкзак есть какой-то, смотри. Это уже ДЗ какой. Ну. Ну, на половой парашюта. Хотя он слишком какой-то маленький парашют. Да, это чешский, скорее всего. Рюкзак. Он маленький. Надо вообще РГОшку удалить с этой миссии. А что с ним? Я это кинул и умер. Взорвался? Я там... Знаешь, такие угловые здания в Тикистане? Там есть открытые окна, и сверху выходишь, и... Короче, можно выйти на крышу. И с того здания вот прямо вот с дверного проема кидал гранату. И все. Аж как-то аж. Трич за подкреплением приехал. Да. Чемпиончик без оружия. Ну, может, он сдается? Может. Еще беспилотник летает. За ним кто-то сидит? Ворон был. А к беспилотнику взрывчатку прикрепить можно? Ракеты. Бедный хан. Заехать в город далеко, да. Это пекло. Блин, ужас какие, а. А чё так быстро командиры группы-то слились? Я запрашиваю связь, запрашиваю, никого нету. Все, наверное. Да, группа черни вообще делал. Сдохла. Лучше надо было на Хаммере в город рваться и там уже высаживаться. Да. Вроде миссию. А, сама.